Здравствуйте! Сегодня мы расскажем вам о новом поколении телемониторов BenQ, модели ML2241 с диагональю 21,5 дюйма и модели ML2441 с диагональю 23,6 дюйма. Эти новые устройства расширяют линейку телемониторов BenQ, совмещающих в себе Full HD телевизор и компьютерный монитор, и демонстрируют просто революционное развитие. Смотрите сами. LED-подсветка, DVB-T-тюнер с поддержкой MPEG-4 H264, встроенный медиаплеер с поддержкой файловой системы NTFS. В мониторной части все совершенно и безукоризненно. Аналоговый порт DSAP поможет присоединить компьютеры прошлых поколений, а с помощью кабеля-переходника DVI HDMI вы сможете подключить современный ПК, наслаждаясь максимальным разрешением 1920 на 1080 точек. Эти LED-телемониторы оснащены панелями, позволяющими достичь умопомрачительных значений динамического контраста – 5 миллионов к одному. Благодаря применению LED-подсветки корпуса телемониторов выглядят исключительно тонкими и изящными. Глянцевая рамка экрана элегантно сочетается с расположенной в нижней части корпуса решеткой динамиков. Солидный пульт телемонитора, декорированный вставкой, имитирующей фактуру металла, включает в себя клавиши управления как телемонитором, так и встроенным медиапроигрывателем. Разрешение обоих телемониторов Full HD 1920 на 1080 точек. Тюнер аналогового телевидения PALSICAM дополнен в этих моделях ультрасовременным цифровым DVB-T-тюнером с поддержкой MPEG-4 H264. Это гарантирует, что новые LED-телемониторы BenQ не устареют и в будущем, обеспечивая прием программ грядущего цифрового ТВ. Полный набор всевозможных входов, включая компонентный 1080p и 3 порта HDMI, обеспечивает абсолютную и беспроблемную подключаемость любых устройств, воспроизводящих видеоконтент. Через компонентный вход можно подключить DVD-плеер, через HDMI современную игровую приставку, Blu-ray-плеер или HD-видеокамеру. Фишкой новых телемониторов стал встроенный USB-медиапроигрыватель, который обеспечивает воспроизведение музыки, фотографий и видеофайлов различных форматов, такие как AVI, MOV, MPEG и даже популярного контейнера MKV – матрешка, включая HD-видео. Наши новые LED-телемониторы также поддерживают носители, отформатированные в NTFS. BenQ ML2241 и ML2441 с LED-подсветкой и продвинутым медиаплеером. Бескомпромиссный медиакомбайн.